Перспективы экономического сотрудничества Сибири и Узбекистана обсуждают сегодня в нашем городе. За стол переговоров сели представители образования, науки и бизнеса двух стран. Предприниматели надеются, что эта встреча позволит им работать напрямую, без посредников. Между потребителями и поставщиками посредников как многовато. И из-за этого наши доходы нам мало, и вам дорого обойдутся. А вот то, что вот сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы вот продукция была дешевле, вот конкурентная цена. Визитная карточка Узбекистана – свежие и сушеные овощи и фрукты. Поставлять их в Сибирь иностранные компании готовы круглый год. Есть интерес у зарубежных партнеров к российскому образованию, медицине и строительству. Опыт Новосибирска в сфере возведения жилья узбекская делегация сейчас изучает. Встречи в клубе «Сибирь-Евразия» проходят регулярно. Новосибирские бизнесмены уже заключили контракты с Казахстаном и Киргизией. Сейчас на очереди Узбекистан. Сегодня вы видели, более 100 человек присутствуют здесь, и мы подразумеваем, что это не просто будет там обсуждение каких-то теоретических вопросов, но и возможность прямого контакта бизнес-ту-бизнес, face-to-face, обсуждение возможных проектов, которые будут развиваться здесь, на территории Новосибирской области. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.